В Кыргызстане уже накоплено 100 миллионов тонн твердых отходов, которые разбросаны по 35 хвостохранилищам и 25 горным отвалам. С каждым годом эти объемы растут, поэтому нужны решительные меры. Если у тебя есть инновационное решение по управлению твердыми отходами, тогда этот конкурс для тебя. ПРОН ищет инициативы от бизнеса и гражданского сектора. Победители получат финансирование для реализации своего проекта. Построй чистую страну за будущее без отходов.